Я думаю, что могу послужить и своей стране, и в том числе и победе Украины, исходя из моей сегодняшней, так сказать, позиции. И я думаю, что все могут сделать свое дело для того, чтобы мы все достигли большой, одной большой победы. Чтобы мы вместе перемогли, чтобы мы победили путиновский террористический режим. Вместе.